Екатерина Чекмарева и Матвей Янченко, скорее всего, пропустят чемпионат России в Омске. Об этом сообщил тренер спортивной пары Павел Слюсаренко. Ранее Чекмарева получила травму ноги. Катя с Матвеем вышли на лед, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки, но мы не форсируем, потому что травма была серьезной. Чемпионат России с вероятностью 95% пропустим. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы успели, но пока не даем окончательного ответа, сказал Слюсаренко. Напомню, Чекмарева и Янченков – бронзовые призеры чемпионата России 2024 года. У Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова все еще нет допуска к соревнованиям. Об этом рассказал тренер пары Павел Слюсаренко. Допуска Артемьева и Брюханов не получили еще, сказал Слюсаренко. Напомню, фигуристы не выходили на старты с прошлого сезона. А прямо сейчас настало время для того, чтобы вы поставили лайк этому видео. Не пожалейте несколько секунд своего времени и поставьте палец вверх. Большое спасибо, а мы продолжаем. Валерия Лукашова сообщила, что получила травму. Спорт – всегда риски, а травм никто не застрахован. Вот и меня не обошло это стороной. Ничего серьезного, но тренерский штаб дал команду отдыхать неделю и восстанавливаться. Выполняю. Незапланированный отпуск, немного грустно, но надо во всем искать позитив. Значит, надо выдохнуть, а потом в бой с новыми силами, написала фигуристка. Спортсменка отметила, что набила палец на ноге. Напомню, Лукашова тренируется в школе Этери Тутберидзе. Еще одна ученица Этери Тутберидзе, Майя Хромых, продолжает тренировки для поддержания формы. Нынешний сезон фигуристка пропускает из-за проблем со спиной. «Сейчас немножечко тренируюсь для поддержания формы. Час в день выхожу на лед, катаюсь. Есть ли еще мысли о соревнованиях в следующем году? Пока не могу сказать. Я думаю, что время покажет. Пока я лечусь. Как со спиной дела? В процессе лечения уже стало лучше», – рассказала Хромых. Мама фигуристки Елены Костылевой сообщила о ее болезни. В текущем сезоне Костылева стала победительницей и серебряным призером этапов Гран-при России среди юниоров. 10 дней Лена болеет, уже пьет антибиотики. С температурой тренироваться нельзя. Не теряем надежды на Кубок Первого канала среди юниоров, но пока не выходим на лед. Если температуры не будет, то в понедельник выйдем и попробуем восстановиться. Очень обидно заболеть, когда отобралась первым номером, накануне сказала Ирина Костылева. Напомню, Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве. С командами на турнире будут работать Анна Щербакова и Александра Трусова. Данил Глихенгаус высказался о выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах. «Было бы здорово, если бы на контрольных прокатах выходило много спортсменов, которые завершили карьеру. Это же не соревнование, это предшоу. Зачем? Чтобы пришли зрители на стадион. Зритель идет на имена. Участие таких имен хотя бы даже в прокатах все равно привлекало бы и СМИ, и зрителей. А Саша Трусова захотела и поработала, чтобы привести себя в форму и проехать эти 4 минуты. Понятно, что в шоу все катают и на тренировках прыгают, но это все равно абсолютно разный уровень. Если говорим про соревновательный момент, то сложно делать прогнозы, потому что усложнились вращения и уровень у нас высокий. Просто выйти и на одном имени побеждать невозможно. Ты должен показать набор элементов. Если бороться за топ-3, то нужно минимум сделать один четверной и при этом собрать всю программу. Насколько это конкурентоспособно, если Саша или еще кто-то вернется, будет видно только на самих соревнованиях. На контрольных прокатах были почти полные трибуны, и там была Саша. Я думаю, что благодаря тому, что она там была, были полные трибуны, сказал хореограф и тренер Данил Глихенгаус в шоу «Каток». Данил Глихенгаус верит в возвращение Камилы Валиевой на соревнования. Ее возвращение в спорт ждет огромное количество людей. Это как будто бы правильная история. Мы все верим в добро и зло, и нам кажется, что Камила, которая вернется в спорт и добьется результата, это правильная сказка. Как будто так должно произойти. В это хочется верить. Я пока в это верю. Я представляю, как она начнет полноценно тренироваться, набирать форму. Вопрос здоровья и мотивации в момент, когда пойдет соревновательная подготовка с накатыванием программ. В данный момент я в это верю и очень жду, сказал Глихенгаус. Опубликован предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию. Турнир пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Расписание чемпионата и списки участников во всех видах найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в описании под этим видео. Подписывайтесь.